даже без подготовки, собственно говоря. Трасса была очень-очень сложная. Можно сказать, одно огромное болото на всей трассе. Я испытывал много проблем на подъеме. Райдеры, которые не могли заехать, прикрывали дорогу, прикрывали мне путь. И приходилось даже иногда останавливаться, смотреть, найти какую-нибудь лазейку, какую-нибудь щелочку, чтобы разогнаться и въехать в этот подъем. Мне очень приятно то, что мой брат на этой гонке в квадроциклах тоже занял первое место. Поздравляю его. Привет, меня зовут Иванин Сергей Николаевич. Сегодня в кантри-кроссе я занял первое место в квадроциклах. Вот. Викенд выдался грязевой, пришлось поместить. Трасса была очень грязная. Ну, все сложилось для меня удачно. Выиграл старт и по протяжению гонки лидировал и финишировал первым. Ну, сегодня у нас двойная победа в кантри-кроссе. В мото занял брат первое место. Работаем слаженно, ну, вот поэтому есть и результат. Хочу сказать огромное спасибо папе, который помогает мне, крутит мотоцикл и готовит его к гонкам, и спонсорам, которые меня поддерживают. И до встречи на следующем этапе.